кажется, праздник такого масштаба следовало устроить в декабре прошлого года, когда отмечалась другая очень важная юбилейная дата – 30-летие со дня провозглашения политики реформ и открытости. Эту политику провозгласил Дэн Сяопин. И именно эта политика стала основой тех колоссальных достижений в Китае, которые мир с восхищением наблюдает сегодня. Я не думаю, что китайцы изобрели что-то новое в социальном устройстве, в политическом устройстве страны, в экономическом устройстве. Никаких новых экономических и политических законов в Китае изобретено не было. Просто китайцы сумели по-настоящему хорошо воспользоваться сложившейся ситуацией. И основами этого успеха стали, во-первых, отказ от догм. Формально построение коммунизма остается целью китайской коммунистической партии, но сейчас никто об этом не говорит. Китай строит, как говорят, среднезажиточное общество. При этом китайские лидеры употребляют конфуцианский термин «сяокан», который означает «общество малого благоденствия». Вот некий промежуточный этап при строительстве коммунизма. Это все позволяет коммунистической партии оправдывать свое руководство страной с одной стороны и с другой стороны отказываться от неких догм марксизма, ленинизма или догм, провозглашенных еще Мао Цзэдуном, чей портрет по-прежнему висит на площади Тяньаньмэнь. Вторая основа успеха – это, на мой взгляд, прагматизм, с которым китайцы решают поставленные задачи, и это тоже в определенной степени отказ от каких-то догм, позволяет развивать и капиталистическое производство, и при этом сохранять контроль над экономикой. Но, конечно же, в Китае остается ряд огромных, очень серьезных проблем, которые пока решить не удается, и, скорее всего, не удастся решить в обозримом будущем. Речь идет о коррупции, речь идет о проблемах сепаратизма, речь идет о довольно серьезных диспропорциях в экономическом развитии, что дает основание некоторым экономистам говорить, что наблюдаемый сейчас экономический рост в Китае – это во многом пузырь, который может лопнуть. Все эти проблемы решать очень сложно, но довольно часто решение этих проблем откладывается под предлогом сохранения стабильности в стране. В частности, речь идет и о демократизации политической структуры нынешней Китайской Народной Республики. Стабильность очень важна для Китая, но стабильность любой ценой может обернуться серьезными потрясениями. И я думаю, что в Пекине это должны понимать и исходить из этого.